В общем, они обыкновенные люди со своими семьями и проблемами. Но как бы ни было им трудно в жизни, выходя на сцену, они улыбаются и веселятся, так как выбрали эту профессию. Но за смехом и улыбкой актера всегда стоит кропотливый ежедневный труд. И лишь когда он сам верит в свой образ, рождается настоящее искусство, которое без сомнения не оставит никого равнодушным. Какое у тебя сейчас настроение? Веселое. Веселое? Лучше, чем было утром? Да. Молодец. Дети, вам всем понравилось? Да. Давайте скажем спасибо нашим артистам «Радуги». Похлопайте все вместе. Даже официальная медицина признала, что смех продлевает жизнь. Поэтому по всей стране проходит акция «Доктор Клоун». В детское отделение городской больницы пришли аниматоры студии «Радуга». Это Кнопочка и ростовая кукла Крош из всеми любимого мультфильма «Смешарики». Своим ярким нарядом и веселыми играми они помогают детям преодолевать тяжелые болезни. А мы сейчас с вами возьмем все за руки. Идемте сюда. Все в группу, так белый шарик. Сюда. Главная цель акции – это поселить веселье и радость в детские сердца. Ведь это правда, что когда задорно смеешься, большинство жизненных невзгод и обстоятельств отступают. Все меняется в лучшую сторону. Галимат Гадуниева, Шахнабат Кулиева, Анвар Курбанмагомедов, новости Каспий ТВ.